В общей сложности высажено порядка 21 тысячи тюльпанов. Цветы появились на клумбе автовокзала на перекрестке проспекта Ленина и улицы Шакурина. У Дворца культуры и искусства в сквере Ломоносова и Мартовского восстания. Ярко-красные, желтые и красно-желтые цветы стали настоящим украшением Ленинско-Кузнецкого и символом мая и победы. Когда цветут тюльпаны, на клумбах заиграют красками петуньи, сальвии, цинерарии, бархатцы, агератумы. Всего в этом году планируется посадить более 50 тысяч штук однолетних цветов. Цветочное оформление города включает в себя цветники, клумбы, вазоны и подвесные кашпо.